Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Beyond Two Souls. Мы находимся на ферме индейцев, которые нас очень любезно приютили. И в конце предыдущей серии мы заметили, что с этой фермы все совсем не в порядке. Непонятный злой дух приходит каждую ночь. Я не знаю, что с этим делать. Убедить его пойти вперед. Как-то так. Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперед! Я! Так, то есть правый shift — это скакать галопом. До чего красивые места. До чего вообще красивая игра. Это же просто обалдеть. Более красивые эти места отображены, по-моему, разве что в Red Dead Redemption, но там нет такой четкости и таких просторов. Вот и овечки. Что-то мне подсказывает, что старшой тоже по-своему глаз положил на Джоди. Что это было вообще? Пол знал этого духа. Это ведь уже не в первый раз. Яйцо всегда был здесь. Он крадет души по ночам. Старики говорили, это кара. Проклятие живущих на этой земле. И твой отец? Не хочет просто взять и уехать? Нет. Для него злой дух — часть этой земли. Это все равно, что песок пустыни, то, что нельзя изменить, лишь приспособиться. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Правда. Я просто пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Я бы не сказал, что это прям правда. Очень уклончиво ответила. Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный секрет, да? Я... Я должна признаться. Я... Джей! Джей! Прикей, ты клещ! О, Шизе? Тебе башняк, а... А и он, си инде, дэш инс. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверю. И я могу туда сгонять? Ах, вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? А, он там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. И какая-то пещера рядом. Или это проезд? Ладно. До встречи. Так, ладно, погнали. Посмотрим, чем сможем помочь. В принципе, недалеко, да? Ох уж эти овечки.
простор. То есть испокон веков этот злой дух преследует их, потому что он их карает. Как вообще это могло не распространиться? То есть почему об этом не знают люди? Хотя индейцы, они очень закрытые люди, и поэтому вполне могло и такое быть. Так, я думаю, тут работа для Айдена по большей части. Молодец, Айд! Насос заработал! Отлично. Опять они. Что это было? Так, Айден, посмотри. Твоим зрением гораздо больше видно, как правило. Всяких духов, призраков. Какая-то хижина. Может, не стоит? Но я переключиться не могу, поэтому давайте будем поосторожнее. Защитные амулеты, медальоны. Обереги. А это что такое? Нельзя посмотреть. Ну ладно. Где же Айден? С его зрением все гораздо более хорошо видно. Ну ладно, отлично. Пойдем тогда отсюда. Никого нет. Вот она постоянно что-то видит. Это произошло, похоже, давным-давно. Слишком много всего странного тут происходит. Слишком много. Корона. И в душе мы видели то же самое. Очень странно все, по-моему. Ну да, это пещера. Поехали, лошадка. Посмотрим, что же там такое. Если мы сейчас сможем помочь этим людям, по-моему, будет очень хорошо. Это скорее даже не пещера, а какой-то туннель естественный. Хотя нет. Она уходит вглубь. Да нет, проход оказывается. Так, а что это там? Какие-то руины. Подожди, а там что? Форт Краун? И что я должна здесь сделать? Thank you.
Слезть я пока не могу, да? Лошадка. Ну что ж ты делаешь? Меня, главное, не пускает, то есть не дает мне слезть. И сама никуда не идет. Видимо, надо зайти откуда-то с другой стороны. Вот отсюда, допустим. Это, похоже, форт бывшей американской армии, который в свое время воевал здесь во время войны за независимость и с индейцами. И что это у нас такое? Древняя шпага. Ну как древняя. Так, и воспоминания с нее. Хорошо, как там это делается? Я уж позабыл. Так, хорошо, тебя направляем куда-то вот так. Все, и пошло. Давай! Покажись во мне! Что происходит в темноте? Я ничего не вижу. А так и задумано, похоже. Существовал. Перебил солдат в форте. Может, это яйца? Жутковатое место. И что-то мне подсказывает, что правительство обо всем этом знает и просто умалчивает тоже. А тут что? Просто колодец. Так, ну вроде как не видать особо ничего больше. Нет, что-то есть. Какие-то следы земля все хранит. Не так. Это скорее даже, знаете, это не похоже на то существо, это что-то другое, по-моему. Но что это такое? Надо его найти. Это очень странно. Очень интересно. Так, дерево. А вон там спереди два дерева я вижу. Это не оно? Мне кажется, он у камня большого. А это что? Нет, это не то. Лошадка. Ты опять не хочешь скакать? Просто упирается рогом. Смотрите, как она стоит. Упс. То ли игра сломалась, то ли что. Нет, все нормально. Короче говоря, она упирается, и здесь невидимый барьер, поэтому где-то на этой территории можно найти... Давайте посмотрим, какое дерево самое большое. Ну, вроде как, возможно, вот это. Шут его знает. Вон там что-то есть еще. Приметное место такое. Но тоже не то. Ого, тихо. Провальчик такой. Ну, я даже не знаю. Вот это может... Нет, я тут не могу спуститься. Может, вот оно? Ну.
Так, это тоже не наше. О каком дереве она говорит? Я в этой темноте ничего особо не разглядел. Ладно, поскакали по дороге. Где-то, видимо, там. Вилла дьявола. Это место я уже видела. Так, ну так мы ничего не увидим. Давайте посмотрим через Айдена. У меня тут есть какой-то след. И вроде как вон позади еще один. А, подожди, не так же это делается. Нет, не этот. Я хочу сначала то, что за Джуди. Что там? Череп чьи-то, останки. Да, в полной темноте. Их убило. Существо. Маска. Та самая маска. Понятно. На них были ритуальные маски. Вы знаете, насколько я понял, сейчас мы это успеем взять, я сейчас свое предположение выскажу. Короче говоря, индейцы воевали с американцами, с американской армией, и исполнили какой-то совсем плохой злой ритуал. В результате существо убило всех солдат из этого гарнизона Кроун, из форта, и в итоге теперь духи наказывают индейцев за то, что они поступили именно так. Они нам сами подсказывают. Это те самые призраки, я так понимаю. И вы видели, когда в прошлой серии то существо огромное билось об дом? Эти призраки, они старались защитить дом. Такое ощущение. Странно. Этот без талисмана. А этот талисман, наверное, у Пола. Передавалось из поколения в поколение. Что-то такое, по-моему, происходит. И висел на шее младенца. Помоги, Айда. Покажи, что тут было. Так, хорошо, по той же схеме. Призвали. Точно призвали. Слишком быстро мелькает. Ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Чего-то не хватает. Покажу талисманы Полу. Может, он что знает. Я уверен, что он знает. Ладно, поехали. Ой, опять идет. Надо поспешить. Давай, припусти, припусти, давай, побыстрее. Кстати, насколько я заметил, кнопку надо не держать, а быстро нажимать, тогда она скачет быстрее. Хотя нет, и так, нормально. Так, спешим в дом. Папа! Папа! Мы хотели бежать, плохо, папа! Повари машину скорее! Давай, давай, ну! Заводитесь, сволочь! Он не заводится, Джей! Не могу я! Ах,
чистым возвращается. Надо скорее в дом. Дом нас не защитит. А что еще нам делать? Отец же сказал, нельзя драться с духом. Ох, плохо-то как все. Ох-ох-хо. Может попробовать. Черт его знает, неохота тоже. Какие идеи? Джей, давай ты, может, что подскажешь? Нет, он заколачивает опять. То самое, да? То же, что на младенце. Мне дала его мать. А ей ее мать. Еще она дала мне это. Все сходится. Понятно. Символ в виде человека, посередине костер. Ты просто посмотри на эту тварь. И он пошел убивать. Он здесь. Он пришел за нами. Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю нужное заклинание. Сам обряд забыт много веков назад. Я видела этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Так, хорошо. У нас есть какой-то план. Ладно, делать мы это все будем на улице, да? Хорошо, погнали. У нас не так много времени. Бестолку делаешь, Джей. Что-то мне подсказывает, что сейчас он просто снесет дом, если у нас ничего не получится. Он же днем еще никогда не появлялся. Вполне возможно, это наши события послужили причиной всего этого. То есть то, что мы начали копать. Ты чего? Нет, я знаю, что надо делать. Бежать в дом! Буря уже идет! Мешай ей, Джей! Шимасани? Ты? Ты говоришь? Найди палку, Джоди! Найди, чем черти знаки! Побежали. Так, нужно круг огнем человечка. Круг готов, она сама все сделала.
теперь талисман. Надо вспомнить, в каком порядке стояли шаманы. Так, ну надеюсь, ты не ошибаешься, потому что я вообще не видел, в каком порядке они там стояли. Все как там. Теперь встаньте все, каждый рядом с талисманом. Каждому талисману нужна живая душа. Нас только четверо. Нужен пол. Делать. Нужна еще одна душа. Давай посмотрим, что у нас есть поблизости. Как я не подумал? Ты пятая душа. Я понял. Так, мне нужно встать вот сюда. Я не знаю, это, по-моему, слишком круто, вообще просто великолепно. Я не знаю, у меня мурашки табунами бегают. Давай, старуха, жги. Давай, пора домой. Как огромная псина, да? Парни, помогайте. Какая страшная хрень. Да его затянуло. Затянуло, все нормально. Лезь туда. Лезь туда, где тебе место. Давай, 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 давай. Хорош. Фух. Фух. Я чуть не родил. Или может... Может, родил. Это было круто. Офигеть вообще. Офигеть просто. Так, а где бабушка? Вон она лежит. Джоди. Все похоже. Печально. Не знаю, у меня прям ладошки вспотели. Давно такого не было. Ни один бледнолицый не был на этой земле. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна. Хорошо, а как же пол? С ним все в порядке? Будем надеяться, что да. Рана, конечно, опасная, но не смертельная, по-моему. Так, там еще одна лошадка. Значит, кто-то там есть. Вообще, знаете, давайте-ка мы на этом будем, наверное, заканчивать на сегодня. А в следующей серии посмотрим,
куда же нас ведут, что там происходит. По-моему, то, что происходило в этой серии, это был вообще один из лучших моментов в игре. Наравне с тем, как его конденсатором, по-моему, или конденсером. Ну, в общем, с той машиной, которая призвала злых духов в ту лабораторию. Пока что это два самых сильных момента в игре, и несмотря на то, что они оба как-то не сильно связаны с основным сюжетом, тем не менее, вот такие моменты, они реально просто шедевральны, как мини-серии получаются, мини-фильмы короткометражные в одной большой игровой вселенной. Надеюсь, вам понравилось, потому что это было что-то с чем-то. С вами был Артур, спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Say